Здравствуйте. В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. Сегодня, 26 сентября, день рождения Мартина Хайдеггера. 130 лет назад родился этот немецкий философ, которого некоторые считают величайшим, важнейшим философом 20 века. Но при этом, мне кажется, что Хайдеггер остается, может быть, для таких людей, как я, не ученых, все-таки личностью во многом непонятной, еще не разъясненной, еще неуловимой. Но при этом, мне кажется, что Хайдеггер сейчас, то, что я слышу даже от каких-то людей совсем молодых, Хайдеггер сейчас невероятно моден. Вот об этой величайшей фигуре в философии, большой фигуре в философии мы сегодня будем говорить. И я уверена, что наши гости, которые все профессиональные философы, разъяснят мне и нашим зрителям феномен этой фигуры. С удовольствием представляю наших гостей. Анна Импольская. Здравствуйте, Анна. Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Добро пожаловать. Да. И надо сказать, что все трое наших гостей сегодня представляют Высшую школу экономики. Вот Георгий Чернавин. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Доцент школы философии Высшей школы экономики. Добро пожаловать. Спасибо. Я вижу, что у вас Хайдеггер по-немецки прямо лежит. Да. На всякий случай. Один из ранних лекционных курсов, где он подготавливал свой проект «Бытие и времени». Прекрасно. Ну тогда давайте покажем и книжку, которую Александр Михайловский принес. Я принес, собственно, главный философский труд Хайдеггера «Бытие и время», вышедший в 1927 году. Прекрасно. И, пожалуй, величайший труд европейской философии 20 века. Это мое мнение, которое разделяют многие коллеги. Один из двух, по крайней мере. Если учитывать принято. Еще логику философской трактации Витгенштейна. Принято. Да. Сейчас я только добавлю, что Александр, доцент школы философии, Высшей школы экономики, также добро пожаловать. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, можно ли доказать, что это величайший философ, и почему он так сейчас моден? Почему московские хипстеры покупают на нонфикшене толстенные тома Хайдеггера и с карандашом их внимательно штудируют? Как вам кажется, Анна? Ну, во-первых, Хайдеггер вошел в моду не сегодня и не вчера. Уже в 1924-25 году, до того, как он опубликовал «Бытие и время», до того, как он опубликовал вообще какую бы то ни было книгу, о нем ходила слава как о некоронованном короле философии. И когда он получил, наконец, профессорское место во Фрайбурге, на его лекции, которые начинались в 5 часов вечера, занимали места с 11 утра, чтобы попасть в аудиторию. Так что я бы сказала, что Хайдеггер моден последние 80 лет, наверное. Даже уже больше. Даже больше уже, да. Даже, наверное, 85. Уже к столетию приближается, да. Да. Но я думаю, что разные вещи откликались, разные вещи интересовали студентов 20 какого-то года в Фрайбурге и современных, например, московских студентов. Что, как вам, Георгий, кажется? Хайдеггер очень подходит для чтения в метро. Его тема толпы и сжатости, да, вот некоторой тяжелой атмосферы, когда тебе не по себе, посреди других. Вот этот мотив хайдеггерской философии, я думаю, каждому по пути, назовем его, трудовое место, может трогать. Хорошо. И что делать? То есть я понимаю, что Хайдеггер это не сборник лайфхаков, да? Но все же, что делать, когда ты чувствуешь себя замкнутым? Как свое человеческое начало не потерять в этом? Скорее, мне кажется, здесь Хайдеггер не дает рецептов, но скорее он забрасывает зерна беспокойства. Вот по пути, каждый день по пути, который однажды уже проложен, можно обнаружить себя здесь и теперь, в этом вагоне метро, с этим томиком Хайдеггера, и спросить, а что происходит? Вот это очень типичная, на мой взгляд, для Хайдеггера позиция «здесь и теперь». Обнаружение себя здесь и теперь, и попытка понять ту ситуацию, в которую я заброшен, это не обязательно ситуация московского хипстера, но это ситуация нас, тех, кто существует как конечные, как те, кто существует некоторое время, чтобы потом перестать. Что вы думаете, Александр, по поводу моды столетней? Я скажу, что имеет значение тот факт, что мы 26 сентября 2019 года вспоминаем 130 лет со дня рождения Хайдеггера. Я сомневаюсь, что на германском или на французском телевидении
вообще выйдет аналогичная передача. В России рецепция Хайдеггера началась еще в 80-е годы, то есть в позднесоветское время, и чрезвычайно успешно трудами таких переводчиков, философов, как Владимир Бибихин, Нелли Матрошилова, Александр Викторович Михайлов, она состоялась и состоялась очень масштабно на уровне общеевропейском. Вот первая масштабная конференция прошла еще в советском государстве в 1989 году. И с тех пор наше научное философское сообщество всегда отмечает годовщины, связанные либо с рождением Хайдеггера, либо с выходом бытия и времени. То есть у русских особая любовь к Хайдеггеру? У русских особая любовь к Хайдеггеру. Во-первых, если брать, как бы сказать, объективный исторический порядок вещей, Хайдеггер вот на этом сломе времен, на этом времени, в это время перехода оказался той философской фигурой, которая позволила советской или русской философии в советском государстве преодолеть наследие Гегеля и Маркса. И мне кажется, в этом очень большое значение Хайдеггера, в том числе и для будущей мысли в России. А можете объяснить просто вот как бы пошагово на пальцах, как это произошло? То, что Маркс и Гегель были наше все, это я помню еще по студенческим временам. Да, но это не нужно объяснять. Да. Вот засилие дальше диалектического материализма. А Хайдеггер противоположен? Хайдеггер этому Гегелю абсолютно противоположен, потому что он выдвигает совершенно иной подход к истории, который можно назвать таким герменевтико-онтологическим или онтологически-герменевтическим. Речь идет о том, что история — это не тот процесс, где господствуют некоторые железные всеобщие законы, одинаково значимые для всех народов. История — это процесс раскрытия потаенного в непотаенности или в истине бытия, в котором по-разному участвуют все народы, вовлеченные в это историческое движение, своей философией, своей культурой, своим духовным усилием. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас проявляются уже для меня какие-то контуры, какие-то черты взглядов Хайдеггера. А насколько это было связано, вот такое мировоззрение было связано со временем? Связано ли это, например, с тем, что Первая мировая война прошла и вообще, так сказать, опор оказалось, что, ну, казалось, что, не знаю, что, наверное, мир рухнул, никаких опор нету, можно только считать вот в этот момент какую-то свою жизнь? Или как вы думаете? Конечно, Хайдеггер в сильной степени продолжает осмысление Первой мировой войны, которое мы встречаем у других авторов той эпохи. Но одновременно Хайдеггер был продолжателем идеи Гуссерля, своего учителя. Я бы сказала, что главная новелла Хайдеггера, вот то, что происходит здесь и сейчас, что не только жизнь происходит здесь и сейчас, это было известно, но и то, что философство не происходит здесь и сейчас. Mm-hmm. Что я философствую не в тот момент, когда я нахожусь за письменным столом, не в тот момент, когда я думаю, что это такое, вот это стакан. Mm-hmm. Да, так сказать, что значит, в чем сущность стакановости, если угодно. Да? Вот. В чем сущность воды или в чем сущность стола? Это такие классические вопросы, которыми задавала себе антологии. А Хайдеггер переводит вопрос на то, кем являюсь я в моем здесь, в моем вот. И он говорит, что вопрос о том... То есть не я точка отсчета, или наоборот, я точка отсчета в смысле, что я хочу посмотреть камеру и обернуть на себя. Я хочу селфи-философию, нет? Да, я хочу селфи-философию, но в совершенно особом виде. Если раньше селфи-философия, как философская рефлексия, происходила таким образом, я делала такую копию самого себя, и как женщина, которая смотрит на себя в зеркало, потому что слово рефлексия, собственно говоря, и значит отражение. Да. Женщина, которая смотрит на себя в зеркало или в мобильный телефон, я себя рассматривала и говорила, вот я.
Да. Вот мои мысли, вот мои чувства, вот мои страхи, желания. Из этого мысли самое важное, там страхи и желания самое неважное, поступки тоже важны. Да. Вот и легкая иерархия, которую мы выстраиваем. Хайдеггер говорит: нет, я здесь в том, как я живу. Я здесь в том, как я погружен в этот мир. Я здесь не в том, как я смотрю на себя, едущим в метро, а я здесь сам в тот момент, когда я еду в метро. И в тот момент, когда я еду в метро, я уже философствую, хочу я это или нет. Я все время ставлю вопрос о собственном бытии. Даже в тот момент, когда я не думаю об этом, даже когда я забываю об этом, я все равно погружен в свое бытие. Скажите, почему мне кажутся эти вещи достаточно очевидными? Мне хочется сказать, и что, и понятно. Потому что мы со времен Хайдеггера это так освоили, потому что дальше это пошло, не знаю куда, в литературу, в кино. Вот я как человек, который такие, так сказать, идеи потребляю через какую-то культуру, в том числе массовую. Да, это так? Они что, в 27-м году, когда вышла эта книга, они звучали это, невероятно новаторски? Да, конечно, они звучали совершенно новаторски, потому что казалось, что философствую я в тот момент, когда я осуществляю наблюдение над самим собой. Вот когда я прихожу к психологу, скажем, я говорю, вот у меня такие-то мысли, у меня такие-то чувства. Психолог меня зеркалит и помогает мне увидеть мои мысли и чувства. Так я получаю доступ к самому себе. Хайдеггер говорит, что все время у тебя есть доступ к самому себе. Хайдеггер говорит, что доступ к самому себе, он осуществляется практически. Он осуществляется в моем отношении с миром. Не в тот момент, когда я рассматриваю себя, а в тот момент, когда я живу. И взаимодействие с миром. Хорошо, а что значит такой вещи, как человек, являющийся человеком благодаря самому себе, не существует? Вот такая цитата из Хайдеггера. Я бы, пожалуй, взял на себя труд откомментировать коротко. Давайте. Эту цитату. Она очень хорошо иллюстрирует то, что сейчас говорила Анна, поскольку позволяет задать вопрос, что такое человек и что, или лучше сказать, кто такой я, который находится в мире. Вот действительно отличие Хайдеггера, революционное отличие от предшествующей философии заключается в том, что он поставил в эпицентр философствования, которое по Хайдеггеру есть вопрошание о своем бытии, не познающего мир субъекта, а, как он назвал это, сущее «дазайн», которое Бибихин переводит как «присутствие» или «здесь бытие», находящееся в мире и задающее вопрос о своем собственном бытии. То есть предмет хайдеггеровского философствования в бытии времени, 20-е годы, это не что, это не субстанция, да, или субъект, познающий предмет, а человеческое бытие в мире. То есть не человек как антропологическое биосоциальное единое, а именно как человек, не совпадающий сам с собой в своей фактичности. Вот здесь тоже нужно несколько пояснить, о чем идет речь. Не совпадающий сам с собой. То есть человек, утверждает Хайдеггер, есть свой собственный проект. Хотя это не его слова, так его интерпретировали феноменологи типа Сартра, и вполне справедливо интерпретировали, потому что Хайдеггер говорит о том, что бытие в мире, человеческое бытие в мире, есть понимание, а понимание осуществляет себя в форме наброска. Мы всегда прощупываем себя на предмет своих собственных возможностей. Исходя из этих возможностей, исходя из этих предчувствий, мы выстраиваем себя. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть я не совпадаю с самим собой, так и с самим собой совпадает, допустим, моя домашняя собачка, которая всегда... Мы ничего не знаем про философию собачки. Одна и та же. Есть некое животное существо со своим паспортом, со своими инстинктами, со своими потребностями. Вот для Хайдеггера применительно к человеку это совершенно не так. То есть человек есть проект, человек есть то, что выстраивает свое сейчас из будущего. Из будущего или из своих ожиданий. И в том числе из контекста, и на него влияет... В том числе из контекста. Но он не является, как об этом говорил Маркс, точкой пересечения социальных отношений. Он не является результатом экономических отношений в обществе. Вот что
Хайдеггер позволяет хорошо увидеть, понимаете? Для Фрейда человек в некотором роде производная... Он в плену своих производная каких-то... от либидо, от суперэго и так далее. Для Маркса человек есть результат экономических отношений. Для Ницше человек есть результат там, воли к власти, да, если огрублять. Для Хайдеггера человек есть устремленность в будущее, устремленность к своей конечности. Это звучит очень оптимистично. Я пытаюсь Георгий тоже... как раз да, об этом пытаюсь... Можно, да, этот оптимизм немножко землить. Это похоже на сегодняшний вот этот проект индивидуума, который мы так любим, что мы себя выстраиваем, мы там, не знаю, self-made люди. Это есть какая-то рифма с этим? Не очень. Так трактовал Хайдеггера Сартр. Ага. Хайдеггер, у него очень сложная мысль, и многие последующие философы представляли собой, в общем, некоторые вульгаризации. И вот эта идея человека, который сам себя выстраивает, сам себя изобретает, это сартровская интерпретация хайдеггеровской философии. Но она очень это антропологическая. Близко. Да, но она очень антропологическая, она огрубляет, она вульгаризует. Но то, что я здесь все ваши высокие философские мысли огрубляю, это я признаюсь с самого начала. Журналистика так устроена. Я прошу прощения, но... Вот. И для Хайдеггера очень существенно, что человек — это существо, как сказал Георгий, которое начинает жить и которое жить в какой-то момент заканчивает, которое есть и в который момент перестанет быть. И вот этот вот момент, о котором, я так понимаю, Георгий хотел нам сказать, он очень существенный. Я скорее вот хотел бы отреагировать на последний разговор о том, с точки зрения Хайдеггера, находимся ли мы в плену. Мне кажется, что хайдеггерское слово будет не столько плен в противовес, там, например, да, вот такой марксистскому детерминизму, а скорее забвение. Мы, да, каждый из нас забывает нечто очень важное. И вот это то, что всякий раз забывается, на то, что каждый забывает, он хочет обратить внимание. И здесь, может быть, я бы сказал два слова в продолжении дискуссии, почему Хайдеггер может быть так интересен русскому читателю. Да. С одной стороны, это экзистенциальные мотивы, которые нам близки, как минимум, начиная с Достоевского, через Киркегора. В отличие от Киркегора, Хайдеггер, несмотря на то, что обращает внимание на то, что называет бытием к смерти, он говорит не о том индивидуальном существовании, не об индивиде. И вот здесь второй элемент, почему русскому читателю Хайдеггер может быть так важен. Хайдеггер говорит о некоторой формальной структуре. В этом смысле русский формализм тоже течение не противоположное, а скорее помогающее нам понять Хайдеггера. Он говорит, что формальной структуры нашего бытия в мире будет в том числе то, что называют забвением бытия. Мы забываем некоторый принципиально важный вопрос. И это забвение, например, всякий раз чье-то. Не того, кто несет именно это имя, но того, кто оказался вместе с нами в одной и той же ситуации. Я не совсем понимаю, забвение чего? Это больше всего похоже на вещь, которая лежит на самом видном месте, которую вы ищете и не можете найти. Ага. Как вы знаете, у Эдгара По есть рассказ «Похищенное письмо». Так. Значит, министр украл письмо у королевы, важное, которое ее компрометирует, и держит его где-то у себя в доме. И вот приходят детективы, сыщики, они ищут, пытаются найти, и не могут. И тогда великий ум говорит, ну, конечно, оно лежит на самом видном месте. Оно лежит на самом видном месте в горе ненужных бумажек. Угу. Вот там-то, вот это не столько забвение, сколько слепота к тому, что находится перед самым нашим носом. Ага. Вот это вот, я бы сказала, то отношение, которое связывает нас с бытием, и то отношение, которое связывает нам с истиной. То, что должно было бы резать нам глаз, оно перед нами, но мы его не видим. Может быть, вот в продолжение вашего вопроса вы говорили, как, неужели вот это и есть та самая значимая философия 20 века? Да? Это же так выглядит тривиально. Вот это очень типично для Хайдеггера. То, что мы понимаем как нечто, не требующееся дальнейших вопросов, через некоторый жест отстранения переворачивается как то, что заслуживает наибольшего вопроса. И это, в частности, тот вопрос, от которого Хайдеггер так и не уйдет, вопрос о том, что значит быть. Мы все есть,
Но скандал заключается в том, что мы не понимаем, что значит быть. Ну вот это связано с этим термином... Присутствие да. или бытие в мире? Да. Ну, безусловно. Я вот хочу немножко отойти от онтологической проблематики. Философия, то, что да. мы сейчас обсуждаем, называется онтология, там, наука о бытии. И сказать еще и о том, что Хайдеггер интересен современному читателю, в том числе и как философ техники. Что я имею в виду? Ну вот, чтобы пояснить на техническом примере этот механизм забвения, задача философа заключается в том, чтобы вспоминать как раз и спасать сущее от забвения бытия. В технике это функционирует следующим образом. Вот, допустим, вы находитесь в залах какого-то этнографического музея и видите там в одной из витрин некоторый объект, непонятной функциональности, возле которого сотрудник музея прикрепил табличку «Культовый предмет, назначение неизвестно». Ну, допустим, вы находитесь в зале народов Океании там, или африканских народов. Уже интересно так. И вот вы можете понять, исходя из вашего опыта европейского бытия или там, русского бытия, внутри европейского бытия, в равной степени причастного и религии, ага. и техники, что да, это технический артефакт, который выполнял какую-то роль внутри этого так. племенного сообщества. Но мы не знаем ничего об этом сообществе, потому что от него не осталось письменных документов и не осталось людей, которые об этом помнят. Так. Вот это наглядный пример тотального забвения бытия. Никто, кроме Господа Бога, на страшном суде не вспомнит, Для чего этот предмет был нужен? Вот и Хайдеггер позволяет нам обратить внимание на мир наших технических артефактов. Ведь тот мир, о котором мы сейчас говорим... В прямом смысле да. техническим артефактов. Потому что тот мир, о котором мы все сейчас говорим, это технический мир. Человек есть бытие в техническом мире, не в каком-то другом, не в мире лесов, полей и рек, где так вольно дышит человек. И вот задача философа... Человека сейчас мы временно забудем. Мы будем говорить о понимании внутри этого мира, потому что в этом мире есть важный орган, с помощью которого этот мир имеет шанс сам себя понять. Вот мир человека Океании не имеет больше такого шанса себя уразуметь. Мы этот орган, я, являющийся бытием в мире, может понять этот мир и всю взаимосвязь отсылок внутри этих технических артефактов. Хайдеггер нам говорит о том, что для того, чтобы понять тот технический мир, в котором мы живем, нам нужно уметь увидеть интенциональность, то есть совокупность намерений, которые лежали в основе создания этого технического Зачем? Предмета, и телос, да, конечную цель. И только тогда мы сможем по-настоящему оценить свое положение здесь и сейчас, насколько оно угрожающее, в частности, для нашей культуры, для нашего присутствие. У Хайдеггера здесь, на самом деле, совершенно не оптимистичный настрой, а весьма и весьма алармистский настрой. Потому что для него техника – это некоторая тотальность, в которую сам европейский человек себя загнал и стоит на грани того, чтобы забыть о устройстве этого бытия. А что бы говорил Хайдеггер сейчас, в эпоху гаджетов и полной технической еще большей зависимости? Или говорил то же самое бы? Если уже поворотник автомобиля кажется ему чрезмерной технизацией, да, или радиоприемник, или гидроэлектростанция, то, мне кажется, нынешняя пишущая ситуация машинка. Была бы... Пишущая да. машинка – это угроза. То, что написано рукой, не то же самое, что набрано на машинке, говорит Хайдеггер. Это не повод отказываться от машинки, но качество текста оказывается другим. Что же говорить о компьютере? Но оно же всегда менялось в качестве текста, когда не было, не знаю, там, письменности, или когда появилось книгопечатание.
А почему нам удивляться, что качество... Оно хуже становится? Нет, 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 нет. Текст становится другим. Мое отношение с тем, что написано, становится совершенно другим. Я дам вам простой, банальный пример. Раньше, скажем, люди, к примеру, там, Лейбниц, писали очень короткие тексты. Там, Декарт. Да. Это маленькие книжечки, тоненькие. Сейчас меньше, как говорит сам Хайдеггер, меньше 400 страниц книги не может быть. Да, вот «Бытие времени» 445. И опасность в чем? Страниц опасность... вместе с научным аппаратом. Да, опасность в том, что... Почему большие тексты плохие? Условно, я сейчас говорю. Речь не идет о том, что они плохие. Хайдеггер говорит... Другой разговор начинается. Да, начинается совершенно другой разговор. Начинается совершенно другая вещь. И такая у него интересная есть тема у Хайдеггера. Вот как раз тоже в том же курсе по Пармениду, который он читал в 1942-1943 году, который я сейчас упомянула, где он пишет про опасность пишущей машинки и про то, что сейчас только пухлые тексты. В этом же тексте он говорит, сама наша идея, что истинное соответствует правильному, а правильное иерархически выше, чем неправильное, это сама идея, вообще говоря, само собой не разумеется. Она не вытекает из вещей, как они есть. Она вытекает из некоторого уже специфического, как он говорит, римского способа видеть вещи. Наша вот вера в справедливость, что истина, она хорошая. Да, наша вера в справедливость... А справедливость воспринимается как суд, как сотворение суда. И это такой очень, очень существенный для хайдеггеровской мысли ход. И одновременно тот, который вызывает к нему очень много вопросов. Что тот, кто за кем истина, за тем и власть. Да. И это на прямо аж реплику Данилы Багрова хочется вспомнить. Да, это на самом деле, само собой, не разумеется. Сама идея, что познание дает нам власть над вещами... Knowledge is power. Да, 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 да. Knowledge is power. Exactly. Это достояние совершенно определенной культуры, к которой мы принадлежим, определенного... Античной по происхождению. Римской по происхождению. И новоевропейской. И тем более новоевропейской. Да, да. Совершенно определенного этапа в развитии... В истории развития, в истории бытия. Угу. Я пыталась избежать хайдеггеровской терминологии, не смогла. В развитии человека, как он себя понимает. Но можем мы, есть теоретическая возможность, что когда-нибудь культура по какому-то другому направлению пойдет, и мы из этих таких очень твердых 2000 лет в нас уже устоявшихся клише или с этих рельс съедем? Я думаю, что здесь Хайдеггер все-таки говорит о том, что нужно мыслить. Мыслить во что бы то ни стало. У него была такая идея, которую он начал высказывать уже в 30-е годы, что от традиционных форм философствования, принятых в Европе, от метафизики, нужно переходить к мышлению о бытии. В этом смысле... мышление может нас спасти. Хотя за 10 лет до смерти Хайдеггер дал интервью журналу «Шпигель» в 1966 году, которое должно было быть опубликовано, согласно его завещанию, только после смерти, где он сформулировал такую мысль. Только Бог может нас спасти. Но ein Gott, да, то есть некий Бог, что говорит о том, что Хайдеггер вообще не имел в виду вмешательство Спасителя, он не имел в виду второе пришествие, он не имел в виду страшный суд, он имел в виду что-то другое. И вот наше мышление имеет, согласно Хайдеггеру, некоторое отношение к приходу вот этого самого Бога, вот, который может изменить ход европейской культуры. И в частности, в те же 60-е годы он связывал надежды на пришествие этого Бога с Россией и Китаем. Вот у него есть фраза, что, возможно, спустя какое-то время меня поймут в России и Китае. Поймут то, что я написал в «Бытии времени». И, опять-таки, это, мне кажется, не в последнюю очередь связано с техникой. Вот, вы знаете, Хайдеггер дает, ну, как мне кажется, он дает нам основания
читать свои тексты как, по крайней мере, поздние тексты, адресованные людям будущего. Эта герменевтическая стратегия была прописана у него самого, поскольку он после того, как его уволили из Фрайбургского университета во время чисток американских, ну, и французских в этой зоне оккупации после Второй мировой войны, он отошел от преподавания, поступал с лекциями, частными семинарами. И, конечно, как преподаватель, как профессор очень по этому поводу переживал и начал думать в том направлении, что, наверное, не для нынешних студентов, не для нынешних журналистов, не для нынешних интеллектуалов я пишу, а вот для тех, кто будет жить спустя там, 30, 40, 50 лет. И в этом смысле, мне кажется, очень важно считывать вот эту интенцию Хайдеггера. И в том числе в России, коль скоро он о России говорит. Вот я, завершая эту реплику, хочу опять-таки вернуться к технике. Вот чем может нам Хайдеггер помочь? Как может осуществиться этот поворот бытия? Zuwendung des Seins, как он это говорит в одной из своих статей, к поворот бытия. Вот мы сейчас заняты проблемами ратификации Парижского соглашения о климате. Одна из таких топовых тем в новостях. И мы знаем, что Германия является страной, которая ведет за собой всю Европу по пути отказа от энергоносителей нерегенерируемых в пользу энергоносителей возобновляемых. И мы как бы тоже должны вроде бы идти в этом направлении, потому что мы хотим, внимание, сдержать глобальное потепление Земли на уровне 2,5 градусов. Это та задача, которую ставит Парижское соглашение по климату. И вот если мы представим себе, что Мартин Хайдеггер восстает из своего гроба в Мескирхе, а ему для этого совершенно не нужно восставать, вот у него есть книги, «Вопрос о технике», в частности, и видит все это, он ужасается. Помните, как вот мем известный с Гагариным, да? Ну и как? Полетели на Марс? Да? Мы тут решаем вопрос с обменом пленными. Путин отвечает Гагарину, да? А тот думает, что мы уже шагнули далеко вперед. Так и здесь. Что, поворот бытия уже осуществился? Нет. Человек достиг такого безумного состояния. Технического в том числе. Технического и ментального. Он думает, что своими собственными усилиями он сдержит потепление планеты на уровне 2,5 градусов. Это же исходит из того, что мы же ее и нагрели. И тогда, если... Это же из этого, наверное, исходит. Сама концепция глобального потепления есть концепция, созданная новым европейским человеком, который считает, что он может нагреть планету, и он же может ее охладить. Совершенно верно. Но это тоже похоже на то, что я строю свою жизнь. Да, все, что пишет Хайдеггер, направлено на то, чтобы образумить такого человека и объяснить ему, что это, с точки зрения греческой мифологии, хюбрис. То есть некоторый вызов, который человек бросает богам, и за который он будет наказан рано или поздно. Георгий, вы хотите... Все-таки в хайдеггерской философии техники есть некоторая двусмысленность, и она в свидетельствах современников засвидетельствована следующим образом. Конечно же, Хайдеггер не имеет дома такого предмета, как телевизор. Но, конечно же, он ходит к соседу, чтобы смотреть новый футбольный матч. В этой критике техники, в жестких заявлениях вроде «наука не мыслит», Хайдеггер, конечно, заявляет ту радикальную степень другого мышления, которое требуется от философа, и тем не менее в повседневности своей ее от себя самого не требует. Вот. Он жил в каком-то лесном доме, вообще без всяких удобств, но при этом, это скорее то представление, которое он хотел, чтобы о нем имели. Что он писал «Бытие и время» в той самой хижине, но на самом деле дети так шумели, что он спускался в кафе работать. Ага. Поэтому здесь тоже это скорее тот миф, который философ о себе хочет создать. Вы знаете, это очень большая тема, но все-таки мне хотелось бы ее коснуться. Вы сказали вот об этом боге, который в 66-м году упоминает Хайдеггер, который, может быть, нас спасет. Объясните мне такую интересную траекторию, как человек, родившийся в очень религиозной семье, католической, который хочет стать монахом,
потом отходит от религии, и потом говорит, что Господь нас спасет. Но ведь же этот жизни. Бог, это не Господь наш Иисус Христос, это не Бог христианства. Да. Для него слова «Аз есть путь истины и жизнь» — это покушение на бытие. Для него, в его религии, да. это что-то вроде кощунства. То есть он обращается к Богу, который не есть Бог нашей исторической да. религии, не есть тот Бог, которого мы знаем. Но это вера? Он верит? Это не вопрос о вере. Это вопрос о наличии чего-то, как что-то, что можно назвать священным. И это для меня это очень такой тревожащий в наследии Хайдеггера момент. Я не назову это язычеством, потому что мне кажется, что Хайдеггер более серьезен, чем то, что сейчас, во всяком случае, называют язычеством, или тем более неоязычеством, или нью-эйджем. Но для меня идея, что мы можем получить доступ к священному, который не является в то же время священным той религии, которую мы знаем, для меня этот вопрос достаточно проблематичен. С одной стороны, в своей критике религии Хайдеггер очень проницателен. То, за что он критикует религию в той форме, которую он ее знает, а для тех людей, которые побывали в Мескирхе и зашли когда-нибудь в Мескирхевскую церковь и посмотрели... Там, где он похоронен, да? Там, где он родился, да. Он там был крещен, а похоронен он на погосте. Ага. Похоронен он на погосте, естественно, на кладбище... которые посмотрели, насколько безвкусные все эти ежекупидоны и насколько давящая атмосфера в этой мескирской церкви, понимают, что человек мыслящий не мог не отойти от такой религии. В то же время, мне кажется, что Хайдеггер несовместим с тем религиозным пониманием, которое мы называем христианским. Мы не можем быть хайдеггерианцами и быть христианцами, и быть христианами. Вот для меня это такой очень серьезный момент. И мы не можем, более того, мы не можем быть хайдеггерианцами и быть монотеистами вообще в каком-то смысле. Идея единого Бога, одного Бога, который, вот как я говорила, выше других богов, да. сама эта идея для Хайдеггера непереносима. Но вот это измерение священного или даже демонического, оно оказывается присуще человеку, как тому, кто ставит вопрос о своем бытии. И в первую очередь мыслителю и поэту. Ну хорошо, вот когда он говорит, споря с Ницше и так далее, когда он говорит, Бог не умер, а просто он отказывает... То есть дело не в том, что Бог умер, а дело в том, что он отказывает нам в своем присутствии. Это вот это священность, сущность. Да, да, да. Это не... Это не Бог христианства, да. иудаизма или ислама. Это некий Бог. Ну, я вот хотел бы несколько уточнить и углубить, может быть, мысль Ани. Она в корне очень права, и для меня самого это тревожно, поскольку Хайдеггера я давно и трепетно люблю, но при этом, как православный христианин, понимаю, что хайдеггерианство с православием несовместимо. Как же вы решаете этот вопрос? Но мы можем все-таки различать между хайдеггерианством и продумыванием мысли Хайдеггера. Потому что у мысли, как мысли, все-таки нет религиозной идентичности. А вот для меня наиболее оптимально эту дилемму решает мой философский учитель Владимир Бибихин, который в 1994 году написал замечательное эссе «Другое начало», где он начинает с того, что показывает, собственно говоря, актуальность Хайдеггера для России в момент вот ельцинских реформ, в момент всеобщего, как бы сказать, развала, отсутствия ориентиров. Он говорит, что русские действительно могут понять, что Хайдеггер имеет в виду под поворотом бытия, под другим началом, потому что они оставлены бытием, они оставлены Богом. Имея в виду период советского безбожия, который продолжался больше 70 лет. То есть Владимир Бибихин предлагает нам экзистенциально прочувствовать эту ситуацию или промыслить хайдеггеровскую мысль, исходя из христианской
потерянности нескольких поколений. Как вариант. Естественно, это не является универсальным решением вопроса. Но здесь вот я, во-первых, различал бы хайдеггерианство в такой тяжелой форме, да, и мысль Хайдеггера. Нет, мы же не молодые люди, нам как бы нельзя. Вот, и во-вторых, я бы различал католицизм и протестантизм. Вот Аня ссылается на эстетический опыт присутствия в барочной католической церкви. Но я бы сказал, что Хайдеггер, пока он был католиком, он таких мыслей относительно богов, которые придут нас спасать, он не имел. И здесь на него повлияло два человека протестантского происхождения. Первым человеком был Фридрих Ницше. Ницше – это единственный философ, который упоминается в знаменитой ректорской речи Хайдеггера, да, когда он, вступив в нацистскую партию, стал ректором Фрайбургского университета. Единственный философ, не Платон, не Аристотель, Ницше. А Ницше был сыном протестантского пастора. И как бы изнутри пережил эту трагедию богооставленности Европы, да? Подмены Бога каким-то вот суррогатом моральных понятий. И вторым человеком, который повлиял на судьбу Хайдеггера, была его собственная жена Эльфрида. Которая была протестанткой. Которая была протестанткой и очень сильно влияла на Хайдеггера, как может влиять супруга. Вот тема национал-социалистической партии, в которую вступил Хайдеггер, это, конечно, такая очень важная тема. И насколько... Я знаю, что совсем недавно в России вышел дневник, перевод дневника Хайдеггера, и, как многие исследователи, тоже проливающий свет на вот это, действительно ли он как бы поддерживал идеи национал-социалистов? Или вот как сейчас вы смотрите на этот вопрос? И насколько, как связаны его философские и политические взгляды? Как они друг на друга влияли или нет? На меня самое сильное впечатление произвели даже не эти недавно вышедшие «Черные тетради», а один из лекционных курсов, который Хайдеггер читает в 1933 году. И там, прежде всего, меня потрясает контраст между двумя страницами. Собственно, когда я читал этот курс, я перевернул страницу, и, слава богу, в помещении никого не было, потому что я смеялся каким-то странным смехом. На одной странице Хайдеггер говорит: задача философа – задавать такой вопрос, отвечая на который мы имеем место или имеет место некая беспочвенность. Вопрос о бытии является таким вопросом, где у нас нет твердого основания, где у нас нет почвы. Но переворачивая страницу, я вижу рассуждение о нашей немецкой почве. И этот контраст между тем, против чего Хайдеггер сам ставит себе запрет, и тем, как он этот запрет на следующей странице, то есть в рамках лекции, которую он читал, это в рамках 5 минут, да, нарушает, вот этот контраст между беспочвенностью и требованием немецкой почвы произвел у меня исключительно сильное впечатление. Что это значит? Что человек слаб? Что он мыслит, и у него есть такая система воззрений, а потом он просто как там, не знаю, гражданин, обыватель поддается или разделяет? Что это значит? Почему он не последовательный? Я для себя разделяю Мартина Хайдеггера философа и Мартина Хайдеггера приватного человека. Тот образ, который складывается из переписки или из воспоминаний, это не тот образ, который завораживает так, как образ Хайдеггера-философа. Философ может быть плохим человеком. Он понял, что он ошибался? Или это тот вопрос, который не только к нему адресован, да? А что случилось с теми всеми тысячами, миллионами людей, которые поддерживали нацистскую партию после войны, я имею в виду немцев? Что он по этому поводу говорил и думал? Ну, я все-таки хотел бы возразить Георгию. Не в том смысле, что я собираюсь оспаривать его собственное видение, но мне как раз кажется, что, и это является на самом деле такой генеральной линией в российском прочтении Хайдеггера, что политическое и онтологическое в мысли Хайдеггера неотделимы друг от друга. То есть мы не можем выделить Хайдеггера, который
пишет о величии немецкого движения, от Хайдеггера, который говорит о просвете бытия, в котором стоит немецкий народ, и вовлекает все это в такие вот, облекает все в философское понятие собственной философии. Я бы немножко другое решение предложил этого вопроса, который, опять-таки, не мне принадлежит, принадлежит Бибихину. Я считаю, он действительно очень точно показал, что сделал Хайдеггер в 1933-1934 году. Ты имел в виду курс лекции о существе истины, наверное, потом это ректорская речь, и его эзотерические трактаты к философии, ряд других текстов, где он сначала воспевает немецкое движение, а потом он очень жестко, начиная с 1934-1935 годов, критикует его за нигилизм. Просто если не ругается, то вот такой философской бранью поносит и Гитлера, и Геббельса, и Геринга, не называя. То есть он становится антифашистом, что ли? Нет, антифашистом он никоим образом не был, упаси Господь. Но вот что мы можем, как мы можем интерпретировать вот эти его тексты 1933-1934-1935 годов? Вот Бибихин говорит об этом так. В 2002 году Хайдеггер умел видеть за тем, что было названо национал-социалистической революцией 1933 года, переворот всего германского бытия. Подобно тому, всероссийское революционное движение 1904-1918 годов было в своей всенародной основе сдвигом, обещавшим перемену России и, возможно, всего мира. Как в России 1917 года, 1991 года, так и в Германии 1933-1948 годов на политическую сцену поспешили выйти активисты, взявшие инициативу в свои руки. И, можно продолжить, сорвали этот сдвиг. Посмотрите, говорили, не случайно да, об этом здесь отношении уже запараллелено. Года, 17-й год, 91-й, да. 33-й, 48-й. Когда начинаются чистки в Германии, которые идут под лозунгами демократизации. То есть речь идет о том, что философ есть некоторый сейсмограф, Ницше себя называл сейсмографом, который распознает вот эти глубинные тектонические сдвиги. А зачем нам философ тогда нужен, если он не сейсмограф? Да? А Хайдеггер был таким сейсмографом, который увидел этот тектонический сдвиг, сорванный активистами. Понятно, мы понимаем. Я хотела Анну спросить, что вы думаете по этому поводу? Мы, кстати, начинали с того, как это связано со временем, говоря о Первой мировой войне. А о Второй мировой войне говорим уже совершенно в другом контексте. Я думаю, что правильный вопрос – это не личное дело товарища Хайдеггера, который, в общем, выглядит очень неблаговидно, называя вещи своими именами. Вопрос в том, связано ли личное дело товарища Хайдеггера с его философией или нет. Нет, вот Георгий говорит «нет». Нет никакого сомнения в том, что личное дело товарища Хайдеггера связано с его философией. Нет никакого сомнения в том, что его философия оказалась им самим прочитана таким образом, что его политические воззрения составляют интегральную часть этой философии. И мне кажется, что он на самом деле не произносит, он никогда не произносит никакого осуждения в адрес самого себя. И это совершенно принципиально в его философии. Мы всегда идем по направлению к истине. Даже когда мы заблуждаемся, это все равно блуждание по направлению к истине. От него этого ждали, наверное. От него некоторые этого, конечно, ждали, же ждали. Да. Да. Например, Карл Ясперс этого многие ждал. Многие от него и этого ждали. Пауль Целан об этого ждал. Маркузе. Ну да. Многие другие люди этого ждали. Но вопрос заключается не в том, что он совершил какие-то неблаговидные поступки. Поступков он практически не совершил. Это были мысли преступления. Ну какие поступки? Академический человек. Да, понятно. Вот. И не покаялся. Речь, вопрос правильный, который, мне кажется, следует задавать. Каково наше положение по отношению к мысли Хайдеггера? Да. И здесь, если мы мы осуждаем Вагнера и говорим, мы не будем, не знаю, вообще Вагнера слушать, который уж как вообще, так сказать, человек другого века, потому что он, его любили фашисты. А вот... И он был антисемитом еще. Вагнер был антисемитом, факт. Ну и Хайдеггер, по-моему...
дело не в этом. Дело в том, что с Хайдеггером ситуация гораздо более трагична, чем с Вагнером. Потому что вагнеровская музыка существует в отрыве от его политических и иных воззрений. Да. И уж тем более вагнеровская музыка не связана с тем, кто когда-либо ее любил. Да. С Хайдеггером все гораздо сложнее. Вопрос заключается в том, правда ли, что у нас есть один Хайдеггер, которого мы должны или принять целиком, или целиком отвергнуть. Или у нас есть некое множество Хайдеггеров. Вот та позиция, которую Георгий предложил, что у нас есть Хайдеггер-человек и Хайдеггер-мыслитель. Uh-huh. Или же у нас есть несколько Хайдеггеров-мыслителей. У нас есть Хайдеггер напечатанных книг, Хайдеггер бытия и времени, у нас есть Хайдеггер лекционных курсов, у нас есть Хайдеггер черных тетрадей. Дневниковых записей. Да. У нас есть достаточно большое количество Хайдеггеров на столе. И из этих выбираем тех, кто удобен. Мы выбираем... Кто нам сейчас интересен и важен. Мы в каком-то смысле... Да. Мы... Журналисты одного, академические философы мы другого. Мы в каком-то смысле уже оказываемся перед лицом тех, так сказать, целого множества Хайдеггеров, потому что Хайдеггер не существует без своей огромной, совершенно колоссальной рецепции. Хайдеггер все-таки написал «Бытие и время» 80 лет назад. Да? А в собрании сочинений 90 лет назад. А в собрании сочинений Фёкла больше 100 томов. А в собрании сочинений? В собрании сочинений. Один из самых плодовитых авторов за всю историю европейской мысли. И мы не можем читать «Бытие и время», мы можем читать его через «Черные тетради», а можно читать его через Бинцвангера, можно читать его через Сартра, можно читать его через Левинаса, через Жан-Люка Марьона. Через Жан-Люка Марьона у нас будет католический философ, через Бинцвангера у нас будет экзистенциальный психотерапевт. Это вопрос не к Хайдеггеру, это вопрос к тому, что эти мысли существуют в диалоге между тем, что мы спрашиваем. И какие ответы мы там ищем. Если нас Хайдеггер чему-то научил, что мы философствуем из точки сейчас, из точки здесь. Понятно. Поэтому его не может быть единого. Поэтому в каком-то смысле мы не можем, мы не нуждаемся в едином Хайдеггере. Мы не нуждаемся в таком Хайдеггере, я не нуждаюсь, может быть, Александр не согласится со мной, Георгий, может быть, тоже не согласится со мной, но на самом деле я не нуждаюсь в едином Хайдеггере. Это подход к Хайдеггеру по его принципам. Это как бы честность этого подхода, вот вы сейчас говорили, что это как здесь и сейчас я так взаимодействую, а в другой ситуации события и другой... События философствования происходят через мою жизнь. Да. События философствования происходят здесь и сейчас. Да. То есть вас и контекст нельзя выкидывать. Я не могу прочитать Хайдеггера так, как будто бы не было «Черных тетрадей». Но я не могу прочитать или Хайдеггера... Или не было Второй так, мировой как войны, как или читали... Или не было Второй его... мировой войны. Да. Но я не могу прочитать Хайдеггера так, как будто не было там Ханны Аренд, или Левинаса, или Маркузе, там, или Ханса Йонаса, или других учеников Хайдеггера. Там, я не могу прочитать Хайдеггера в отрыве от того совершенно колоссального обвала, такого, если воспользоваться такой геологической метафорой. Хайдеггер – это как камень. Он сдвинул целую лавину, лавину мышления, в которой мы все находимся, нравится нам это или нет. Дальше мы можем смотреть, что нам делать. Кто-то может пытаться оседлать эту лавину, кто-то пытается выцарапаться из нее, кто-то говорит, а меня не завалило, я могла аналитически ключевую вещь. Это прекрасная метафора. Хайдеггер – это камень, а камень не может быть множественным. Множественными могут быть камушки, которые обвалились. Я чувствую, что начинается уже спор. Да, к сожалению, у нас времени уже на него не остается. Я хотела Георгию еще дать возможность сказать. Да, я хотел бы тоже продолжить эту стратегию разговора о Хайдеггер, который у каждого свой, как вот мой Пушкин, мой Хайдеггер. Мой Хайдеггер, я должен сказать, что это не Хайдеггер трактата «Бытие и время», незавершенного трактата, и не Хайдеггер позднего послевоенного поэтического мышления. Мой Хайдеггер – это Хайдеггер лекционных курсов по истории философии. Его тексты, которые это курсы, которые он из года в год в течение 50 лет читал студентам. И они, наверное, тоже менялись очень. Конечно, и они резонируют здесь и теперь. Он говорит нам о том, что мы можем проживать метафизические тезисы. Классическая философия, та, которая должна быть в пыльных томах где-то там в подвале библиотеки, она может быть прожитой. Вот что значит прожить, например, тезис Лейбница, почему есть нечто, а не ничто, вопрос Лейбница. Хайдеггер заставляет проживать
такого рода вопрос, метафизический вопрос, метафизический тезис. Вот это мой Хайдеггер, прежде всего. Вот я хотела, чтобы Георгий показал нам книгу, в которой... Вот в частности, в этом коллекционном курсе такое дело происходит. Или вот в этом. Спасибо большое, друзья. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Еще много тем осталось, которые хотелось вас спросить. Про язык, например, как важнейшее. Дом бытия. Язык – это дом бытия. Да, как, что не мы говорим языком, а язык говорит нами. И другие многие вопросы. Ну, тогда в следующий раз. Я благодарю Анну Ямпольскую, Георгия Чернавина, Александра Михайловского за нашу сегодняшнюю беседу о Мартине Хайдеггере, у которого сегодня день рождения. Он родился 130 лет назад. Я надеюсь, что наш разговор как-то воодушевил вас больше интересоваться Хайдеггером. И у каждого он будет свой, как мы сейчас выяснили. Спасибо.